Всем привет, меня зовут Татьяна. Мы сегодня встретились с нашими клиентами, которым сегодня одобрили рабочую визу в Чехию. Ребят, представьтесь и расскажите, какие ваши ощущения. Меня зовут Тимур, я из Кыргызстана, конечно, получил визу, конечно, в Чехию, и очень рада, что я получил именно в Чехию визу, и это получилось очень быстро. Здравствуйте, меня зовут Асан, я гражданин Кыргызстана, я тоже вот сколько старался, чтобы поехать в Чехию там посмотреть, и это у меня заняло 3 месяца документы сделать, чтобы там посмотреть и поработать чуть-чуть, и дом, и машину купить. Отлично. Там зарплата хорошая. То есть подготовка прошла хорошо, да, и в итоге хорошо, у вас рабочая виза? Да, дай бог, рабочая виза есть уже на руках. А что раньше слышали о Чехии, почему именно Чехия? Чехия – это современная Европа, то есть именно мы хотим Европу положить, и поэтому Чехию выбрали. То есть там высокая зарплата, европейский уровень, да, стандарт и хорошие условия, конечно, именно поэтому вы выбрали Чехию. Просто Чехия тоже это историческая страна, там много своей культуры, там средневековья, там свой президент, вот это поэтому, что поехать и посмотреть, и поработать, что, там, как сказал, перенять опыт, там у них свое показать, культуру у них увидеть, посмотреть на людей тоже, специально, чтобы поехать туда. Уже на следующей неделе вы летаете, да? Да, на следующую неделю уже будем в Чехии, надеюсь. Отлично, тогда до встречи в Чехии, в Праге. До встречи.